на Полинин канал. Полина, есть твой канал? Да, всем привет! Всем привет! Меня зовут Марина, а это Поля. У нас в гостях Марина и Поля. Поля, помаши ребяткам ручку. Привет! Как вы знаете, Полина же любит на собачий патруль. Конечно, любит. Да-да-да, есть такая. Это Маша. Посмотрите, какая она веселая. У нее тоже нажимается. Ой, какой там у него бинокль. Это не бинокль, а любимый. И Скай. Всеми любимая девчачья девочка. Да-да-да. У нее выходят крылья. Для детей она может летать. Но сейчас перейдем к главной игре. Я сейчас принесу коробку. Будем играть втроем в бегемотиках. Ой, игра бильярд. Зообильярд. Сегодня у нас будут оранжевый, но цвет плохо, желтый, синий и розовый бегемотик. Но так, как нас сегодня трое, или даже будет двое играть, будут лишь игроков трое. Два. Один бегемотик будет свободный. Один бегемотик будет свободный. И, наверное, это будет, скорее всего, желтый. Да. Суть в том, что чем больше шариков мы соберем, тот и выиграл. У кого меньше, тот проиграл. И для любителей попугаев, посмотрите, какой он шикарный. Да-да-да, очень классная игра. Мы хотели вам сказать, то, что мы сейчас с Полиной в гостях. Да, и Полиночка? Ну, ее, конечно, сейчас интересует. Ее игрушки интересуют. Да. Сейчас здесь тоже находится ребенок. Но это все равно же... Ребенка девочку звать Настя? Да, Настя. Так вот. Что, в общем-то, сейчас перейдем к игре самой. Полиночка, будем играть бегемотиков? Давай. Начинаем. Посмотрим, кто больше всех поймает шариков. Мы разложим шарики. Коляску никто твою не забирает. Мы вложим в эту баночку все наши шарики. Как когда мы ее откроем, будем вот так делать. Уже в длину. Поэтому начинается тур. Сейчас Полиночка только выберет бегемотик. Полина, розовым будешь играть, да, бегемотик? Красным? А я буду играть... Или розовым? Розовый. А я буду играть синим бегемотиком. А я буду играть желтым. Ну что ж. А кто будет баночку поднимать шариками? Я начну. Нет, нет. Полина будет? Три. А пускай Полина будет поднимать. Пять. Марина будет читать, давай, кто больше, оп, оп. Тоже поймает последний шарик. Наверное, я... Опа, молодец, Полина. Теперь будем считать, у кого больше шариков, тот и выиграл. У кого меньше, тот проиграл. Я уже вижу, что у меня 3 шарика, я проиграл. У меня 11. Ой, у Марины больше всех шариков, она выиграла. У Полины сколько? Сколько у тебя тут шариков? Ну-ка, давай посчитаем. 7 штук. И хотела, ну, все. О, еще машинка есть у Эвереста. У щенячьего патруля, конечно. Да? Конечно. Сейчас мы попробуем включить эту музыку. Там разные мелодии, что ли, у него? Да, как же. И она не находит. Полиночка, покажи, что тебе нарисовали на щечке сегодня. Наша любимая песня. А давай близко покажем. Щечку посмотри. Сюда посмотри, я засниму щечку. Поль. Мне покажи. Так, цветочек, да, тебе засняли? А я пока соберу шарики. Давай, собирай шарики. Ну что, классная игра? Конечно. Всем привет. Ой, всем пока, что ли, будем говорить? А, Поль? Всем пока. Ты вот сюда в камеру говори. Всем пока!
Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока. А вон ваша девочка пришла. Настенька, да? Пойдем, Настя, с нами играть. Не хочешь? Ну, давай. Ну ладненько. До следующих серий. Да. Пока-пока. Да.